Приветствую вас. Вы знаете, вы описываете, как мне показалось, все, так сказать, проявления, да, потребности во внимании. То есть вот все у вас заканчивается, все ваши действия заканчиваются тем, что вы нуждаетесь, что вы оказываетесь среди людей. То есть вот форум. Ну, форум, который вы описываете, значит, врачи, вот, это очень похоже на такую вот потребность привлечь к себе внимание. Вот, конечно же, ну, вы это, конечно же, делаете не специально. То есть вы не такая вот, типа, что вот я сейчас привлеку к себе внимание людей, вот, и мне будет там, условно говоря, хорошо. А нет, я не думаю, что все обстоит именно так, но мне думается, что вот внимания вам не хватает. Соответственно, что такое внимание? Да, ощущение собственной значимости, ощущение нужности. Ну вот, ощущение важности своей собственной. Вот. И идея, она, моя идея заключается как раз в том, что это вам не хватает. И остальное это по факту уже как бы следствие. То есть да, у вас есть навязчивость, механизм навязчивости, безусловно. Безусловно, у вас присутствует механизм навязчивости, вот, с этим даже спорить нечего, что у вас есть навязчивость, но, как бы, навязчивость это следствие, это не сама проблема, да, это лишь только ее, как бы, такое основание, вот, проблематика навязчивости именно. Поэтому я думаю, что вот вам именно что не хватает внимания. Вот. И я думаю, что именно вот в этом ключе, в контексте работы с вниманием, вам, собственно, и нужно двигаться значит, со специалистом. С потребностью во внимании, с работой с вот, собственной значимостью, самооценкой. Вот. Что касается мамы, то вы боитесь свою маму потерять. Вот, вы боитесь, что с ней что-то случится. И глобально, вот глобально, почему это происходит. То есть вот именно глобально. У вас не заполнена жизнь. То есть, видимо, вот как-то не существует для вас таких вот вещей, которые бы удерживали вас, ну, в тонусе. Таких вещей нет, скорее всего, таких вещей нет. И, скорее всего, есть определенная пустота, потому что есть энергия у вас, есть силы у вас на то, чтобы, значит, вот, все эти вещи делать. Я имею в виду вот, все, что связано с вашей, ну, с вашими поисками, значит, ну, болезней своих, то есть то, что связано с вашими поисками маньяков и прочего. Вот. И поэтому мне кажется, что еще и с этими вещами можно
поработать. Это вот немножко такая другая история, это немножко другая сторона, но она очень важна. То есть экзистенция, наполненность вашей жизни, соответствие ее тому, что вам важно, тому, что вам нужно, вот это тоже очень серьезный такой элемент, который, ну, нельзя просто сбрасывать вот именно со счетов. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, нельзя. Потому что иначе вы просто будете ну, постоянно искать у себя какие-то вот проблемы, вы будете постоянно искать у себя какие-то трудности, вот, вы будете постоянно искать у себя ну, условно говоря, какие-то вот способы ничего не делать. Вот так я бы сказал. Так, ну, в таком ключе я бы выразился. И, конечно, это очень тяжело, это, безусловно, очень напряженно, безусловно, это очень выматывает вас. Вот. То есть я тут даже не спорю с вами, очень сочувствую. Вот. Здесь нужно работать именно с проблемой. Именно с корнем проблемы, а она представляет из себя именно вот это. Именно вот, данный момент, ну, данную парадигму. Вот, соответственно. И, соответственно, обратите внимание, что вы не задаете себе вопрос. Наоборот, вы даете понять, что ни один ответ специалистов вас не устроит, потому что вы все равно будете искать другие ответы. Вот. И, значит, по факту вы вот, всем пишете, что вот, всем спасибо за ответ, но вопроса никакого не задается. Вот, понимаете? Опять же, тревога — это что такое? Это некая такая история про игнорирование своих чувств и не прислушивание к ним, не принятие их во внимание. Вот это тоже, в принципе, можно подкорректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи вам.